Здравствуйте, друзья! Сегодня мы расскажем про компанию ICO Docademic. Docademic – это медицинская платформа, которая уже работает с 2012 года. И зайдя к ним на сайт, вы видите, какая сейчас цена их токенов, а также отзывы о платформе Джона МакАфи. Также вы можете прочитать о том, что Docademic создала бесплатную базовую платформу, которая позволяет следить о своем здоровье для тысяч и миллионов людей по всему миру с помощью телемедицины. Кто такие Docademic Platform и чем они занимаются? Docademic – это уже существующий сервис, который работает с 2016 года как видеотелемедицина и является совершенно бесплатной. Сейчас же проводится ICO для сбора средств и создания полноценной глобальной платформы для медицинского обслуживания во всех странах мира. Уже сейчас пользователями или зрителями видеотелемедицины Docademic являются миллионы людей в 20 странах мира. Также на платформе будет набор инструментов, поддерживаемых искусственным интеллектом, и создана своя собственная социальная сеть для медицинского сообщества докторов. Кроме использования искусственного интеллекта, на платформе будут свои собственные доктора. Каждый пользователь платформы сможет получить консультацию врача, связанную с проблемой или вопросом, в ответе на который нуждается данный пользователь. И для получения этой консультации нужно совершить всего одно касание для бесплатной видеосвязи с доктором. Все сеансы будут записаны с помощью технологии блокчейн. Кроме возможностей для пациентов, также будут специальные возможности для врачей платформы. Среди этих возможностей можно выделить такие инструменты, как текущее медицинское образование, обращение за пациентами, инструменты для врачей, реальное время для аналитики данных и проведения исследований в сфере здравоохранения. Также на платформе будут отчетности по географическим и эпидемиологическим данным и автоматизированные рекомендации по лечению, которые будут предоставляться с помощью искусственного интеллекта, а также врачей, работающих с платформой. Дальше на сайте мы видим возможность использования токенов и как будет вообще работать платформа. Это все показано схематически, задействован механизм блокчейн, также показано, что будет задействовано правительство, госпитали, врачи, разные медицинские компании, ну и, конечно, фармацевтия. С этой схемой можете ознакомиться, рассмотреть ее получше и перейдем к экономике токенов. Вы видите, что всего к публичным продажам будет доступно 350 миллионов токенов МТС или МТС, это токены Docademic Platform. 300 миллионов выделено на экосистему, 200 на команду и менеджмент и 150 на партнеров. Также здесь видно, что хардкап всего проекта равен 12250 эфиров. И хардкап при ICO был равен 2100 эфиров. Вообще, насчет токенов данной платформы можно сказать следующее. Токены платформы будут использоваться для абсолютно всех сервисов, предоставляемых на платформе, и также с помощью токенов платформы обеспечивается постоянная запись о состоянии здоровья пациентов благодаря механизму блокчейн. Всего генерируется 1 миллиард токенов. Минимальная инвестиция для покупки токенов равна 0,01 эфира. Для продажи будет доступно 350 миллионов токенов, как я уже говорил. Цена токенов сейчас очень низкая, можете ознакомиться с этим на сайте. И основной этап продаж будет проходить 6 марта по 6 апреля. Насчет распределения токенов можно сказать следующее. 35% будет продано за время ICO, 30% выделено на экосистему, 20% выделено на учредителей, команду и акционеров и 15% выделено на стратегических партнеров. Насчет собранных средств можно сказать следующее. 50% пойдет на расширение сети для работы по всему миру, 20% выделено на разработку продукта, 15% выделено на операционные расходы и еще 15% на юридические расходы и администрирование платформы. Дальше на платформе представлена roadmap проекта. Насчет дорожной карты проекта можно указать основные этапы становления проекта и его развития. В первом квартале 2013 года был запуск drdice.com. И уже в втором квартале этого же года платформа стала самой большой социальной сетью для докторов в Латинской Америке. В первом квартале 2016 года Docademic начал использовать новую стратегию для улучшения своих сервисов, используя технологию блокчейн и искусственный интеллект, а также разработав первую бесплатную телемедицину в мире.
В первом квартале 2017 года платформа работала более чем в 15 странах мира. Во втором квартале 2017 платформа начала продажу их географического мониторинга здоровья и генеральной системы записи для приватных поликлиник и для государства. В четвертом квартале 2017 года возникла идея расширения деятельности платформы и начато ICO. В 2018 году платформу запустят в Соединенных Штатах и Европе. В первом квартале 2019 года платформа запустит свой собственный блокчейн и выпустит медицинские монеты. Во втором квартале 2019 года платформа будет запущена в Азии и на Ближнем Востоке. И в третьем квартале 2019 будет производиться дальнейшее развитие и рост платформы. Дальше у нас на платформе представлены партнеры платформы, а также команда и советники платформы. В конце платформы у нас предоставлены ссылки на Twitter, GitHub и Facebook, по которым вы можете перейти, а также адрес и мобильный номер того, с кем вы можете связаться на платформе. В заключение хочу сказать, что платформа имеет хорошую почву для роста, благодаря ее длительной работе до запуска ICO и привлечения столь большого количества пользователей или телезрителей. Учитывая предложения платформы, которые касаются и простых людей, и врачей, и даже правительства, она точно будет расти и развиваться, и в ней заинтересовано достаточно большое количество людей. Поэтому присоединяйтесь к платформе в качестве инвестора, и вы точно получите от этого выгоду. Спасибо за внимание. Все интересующие вас вопросы задавайте в комментариях под видео. Пока.